и закончилась она, прекрасной юности пора. Но не забыть тебе, поверь, ее так близких сердцу дней. Сей миг пришел, его ты ждал, заполнен не полностью, к сожалению, сегодня зал. Приказ торжественно звучит, душа ликует и болит. Девятый выпуск училища Олимпийского резерва не такой масштабный, как предыдущий. 23 спортсмена, прошедшие подготовку в образовательном учреждении, стали тренерами, педагогами по физической культуре и спорту. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ольга Илларионова зачитывает приказ о присвоении квалификации и выдаче дипломов. Вчерашние студенты училища теперь коллеги педагогам, тем, кто за время учебы был и наставником, и другом. Я понимаю, что некоторые из вас пойдут дальше, получив высшее образование, а многие пойдут, наверное, и по пути тренеров, преподавателей по видам спорта. Поэтому я желаю вам хорошего жизненного пути и чтобы вы на долгие-долгие годы оставались и работали в сфере физической культуры и спорта. Поступить в институт, продолжить спортивную карьеру или создать семью. Выпускник училища сам выбирает свой путь. Большинство ребят планируют совершенствоваться в спорте. С некоторыми связывают олимпийские надежды. Раперисты, софтболисты, волейболисты. В училище развивается 9 спортивных направлений. Каждый выпускник – призер или участник российских и международных соревнований. У нас в области сейчас работает 6 училищ Олимпийского резерва, 5 из них так или иначе связаны с игровыми видами спорта, а вот ваше училище, оно несет основную нагрузку по неигровым видам спорта. Вот и для нас это, в общем-то, знаменательное событие во всей области. Это праздник большой, потому что 23 дипломированных специалиста еще влились, в общем-то, в нашу когорту спортивно-физкультурного актива области. Как дополнение к полученным дипломам звучат слова напутствия от тренеров. Быть верным спорту, идти вперед и не сдаваться. Эти спортивные призывы актуальны во все времена. Затем ребята произносят клятву выпускника, а после наступает момент прощания. Тот самый, с которого для этих спортсменов начнется новая глава их жизни. Нария Подъепольская, Георгий Алышев, телекомпания «Одинцова».